Этот небольшой слайд больше для развлечения и такого осмысления. Что мы с вами сделали? Мы с вами говорили о пространстве. То есть пространство, работа как пространство для самореализации человека. И мы говорили об инструментах. Итак, вот допустим вот это пространство. После этого мы с вами сказали, что образующими являются вот эти основополагающие принципы. Мы говорили, что мы договариваемся, мы говорили, что есть опыт, мы говорили, что ошибаться можно, мы говорили, что есть жемчужина, доверие и мышление на результат. Вот теперь мы понимаем, что такое мышление на результат. Весь коучинг — это мышление на результат. Теперь мы понимаем, почему глубину этой фразы. Дальше мы говорили, что есть дерево целей. После также мы говорили о том, что есть кодекс компании. И если здесь мы нарезали намерение, мы нарезали намерение, или мы укрупняли намерение, то вот здесь мы делали приглашающие формы для внимания, для функционала. То есть вот здесь у нас вместе с кодексом компании заключался весь функционал. Это цели, это функционал. Дальше мы говорили о том, что есть бережливое производство со всеми его глубиной и смыслом, философией, как организовать производство. И мы говорили про коучинг, Эриксоновский университет. Так кто же, кто система бизнес-драйв? Этот рисунок что-нибудь напоминает? Человечка. Да, и как щечки. Помните, мы говорили еще про взаимотреугольник, взаимтреугольник, про взаимоотношения, взаимодействие и взаимопонимание. Но он похож на человечка. А на какого человечка? И если это был рот, а это были глаза. А это был нос. И на самом деле дерево целей — это намерение. То есть мы носом чуем, куда идем. Оргсхема — мы там договариваемся, и это рот. Коучинг, бережливое производство и коучинг — это как глаза, они показывают нам, куда мы идем. А что же это сверху? А это волосы. Так кто же система бизнес-драйв? Это девушка в квадратных очках.